С корабля на бал, как говорится, сразу после торжественного перерезания ленточки за шахматы. Чемпионка Европы этого года по классическим шахматам среди девушек, ученица 125-й барнаульской школы Виктория Лоскутова, провела сеанс одновременной игры со студентами технического вуза. Одна против 8 игроков. С таким количеством человек я еще раньше не играла. А, тем более здесь есть сильные шахматисты. Вы смотрели сериал «Ход королевы»? Смотрела. Как вам сериал? Доходите ли что-то общее с героиней? Если честно, мне сериал не очень понравился, потому что я когда смотрела, я не очень поверила в это. Так не бывает. Я думаю, девушка все-таки не сможет достичь таких высот в шахматах, чтобы стать прям чемпионкой мира среди всех, среди мужчин. Но в новом шахматном клубе воспитать чемпионов среди мужчин и представительниц прекрасного пола попробуют. Для этого есть все необходимое. У нас появилась аудитория, у нас появились новые возможности, новые перспективы. Теперь мы будем заниматься, приглашать каких-то экспертов, мастеров, чтобы проводили мастер-классы, сеансы одновременной игры и так далее. На сегодняшний день клуб насчитывает около 20 участников – шахматистов. Но если вам присущи целеустремленность, твердость характера и логическое мышление, то вы можете сделать главный ход конем – прийти сюда. Кто знает, может, в будущем вам удастся стать одним из гроссмейстеров мира. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.